На вашем экране кабель по кличке Мура. Очень сильные бои показывал на то время. Но и как охранник. Кошарин ночью не подойдешь. Да и днем не подойдешь. Очень злой был. Собака очень злая, но не в форме. А сейчас на вашем экране кобель по кличке Джибир. На то время был очень крупный, где-то 80 холки он, и только после него появился кобель в Казбекском районе таких же размеров. Это был кобель по кличке Сникерс, сын рыжего ходы. А это перед вами Джибир. Но все равно для Анисея Буко вот этот рябой кобель был на то время любимчиком. Когда был турнир в 95 году между кавказскими собаками и питбулями из Москвы, Буко привозили туда, на этот турнир. Еще осетины привозили туда рыжего ходу, Альбарса Виталика Караева. Потом Ашаин, азербайджанец, привозил рыжего Альбарса, сына старого Альбарса. Рекса привозили. Ну, в общем, были сильные бои.